Сегодня у нас 21 октября 2019 год. Я нахожусь у брата Игоря. Здесь мы с ним готовим капусту. Да. Вот у нас все ингредиенты. Соль неиодированная и крупная соль, хорошая. Байкаловская. Вот уже почистили вот 20, ровно 20 килограмм, зависели от весы. Зависели капусты. Капусты надо на 3-литровую банку 2 килограмма капусты. Ну, все приблизительно, но... И морковки где-то 400-350 грамм. Вот морковку почистили, сейчас морковку... И соли сколько, ты говорил? И соли по 2 столовые ложки. Ну, с ним, можно без горочки, ну, так, не стесняясь. Вот, морковки у нас получилось 4 килограмма 100 грамм морковки. Ну, вот где-то... Получается на банку 400 грамм морковки, вот за глаза. И еще у нас там запасная резервная капуста есть. Да. Где-то на банке две, так вот, три. Но да. Это потом, сначала мы с этим расправимся. Мы будем засаливать вот в этой чистой таре. Это купленная специально для таких вещей ванночка. Ну, в нее войдет где-то, наверное, два ведра. И еще там у нас ванночка есть чистая. Может быть, ведра, вот ведра чистые под воды. Вот сейчас будем натирать морковку и шинковать вот этим вот штучкой. Вот капусточку будем шинковать мелко. Без механики. На какой терке? С какой стороны? Вот крупной теркой. Да, крупная ты видел, когда я это делал для тушения капусты. Капусту сейчас мы тоже тушим вот в такой мультиварке. Попробуем, на обед себе. Взяли-то маленькую капусточку, какая там, ну вот такая капусточка была. Вот. И получилось полное 3 литра. Ну да, она хоть и маленькая, но она плотная. Вот это даже качан звать. Вот его свешай, сколько вот такой. Давай. Вот сколько качанчик. Ну вот такой качанчик всего-навсего. Ну, весомый. Я думаю, что где-то, наверное, килограмма. На полтора больше, наверное, выйдет. Сейчас вот у нас тут все ноль стоит. Вот. Вот. 1,4. 1,4. Считай 1,5 килограмма. Как ядро такое хорошее. Вау, по башке-то сложно. А вот это кочерышки. Это вот Игнат Тихонович будет употреблять их. На терочке. Да, я в детстве помню, тоже постоянно ели. Да, мы прям это, прям кусали. Но у меня сейчас таких зубов нету, у меня сейчас последние выпадут. Значит, маленькую упадут эти. Вот. Ну, будем натирать, это шинковать. Будем делать без воды. Мы делаем классическим способом. Почему-то в интернете написано классический способ, и обязательно туда воды бултыхнуть. Сейчас капуста под нажимом, она даст сок мощный. И всегда у меня так родители делали. Только потом протыкать, когда она постоит немного, ее надо будет каждый день протыкать. Только деревянной лопаткой. Деревянной. Ни в коем случае не металлической. Иначе все закиснет. Только деревом. У нас была специальная веточка такая сделанная. Из яблони или из вишни. И тыкали. Твердая. Ну, чтобы легко. Ну, у нас лопатки есть. Вон лопатка деревянная. Узкая. Ей прям пробиваешь. И все. Ну, я думаю, можно и пластиком. Но это когда из дерева. Чем-то еще пользоваться. Вот и вся засолка будет у нас такая. Что, может этих запустить, твоих? Собак, что ли? Собак-то. Ну, запусти. Да, пойду я их. Запусти, они сейчас с гавканьем сюда, с гиканьем. Ну, залетай. Вот они, шустряки. О, карамелька. Вот за игрушку. Вот ей все интересно. Вот эта игрушка подбрасывает. Дала мне. Я вот ей ногой тоже даю. А она ловит, успевает. О, давай еще раз. Оп, молодец. Потом уже так наловчилась, что ее редко обманешь. Только если по высоте. Ай, с ней гладко, ты что? Себе дороже. Ага. Так вот это, когда я забивал гол, с криком прибегал, гол, я забил, я сколько всего, час играл, и три раза пробил ее. Так вот эти мячики, вот маленькие,
Эй, пищалка, где мячик? Где попрыгун? Карамуля, где попрыгун? Попрыгун, где мячик? Мячик где? Ей это нравится, она пищит. Ну да, она пищит. Давай, дядя, вперед. Не стесняйся, играй. Ну тут я легко обману. А так напрямую ее, конечно, плохо пробивать. Ну она напрямую не пробивает. Она как вратарь запаски. Ну. Так, ну пока у нас тут заваривается, о, я начинаю шинковку. Ты будешь что, морковку тереть или шинковать? Давай морковку уже. Давай, ты, когда тебе вот маленькую для морковки, тебе это пойдет. Ну, больше для этой самой. И вот эту нужно, чашку вот эту, давай ее. И там морковку оставшуюся. Я сейчас сюда пересыпаю. Вот так вот. Тут будет морква. Морква и бетоли. Вот она морковочка. Ага. Вот. Что-то, мне кажется, должно больше ее быть. Почему это всего 4? Надо же, какая мелкая морковь. Ну, карамелечка. Ну. Прям, как знаешь, что это? Как будто авторучек где-то напечатали. Похоже, да? Да. И раздали, девушки. Мать вам, ребята. Взгляд такой у нее умница. У нее взгляд, как будто она... О, морковка дала уже сок. Классный такой. Вот, сюда начнешь натирать, туда будешь складывать, натер тоже. Потом это освободится, на стол высыпишь. Хватит, а я вот сюда начну. Начну сюда, это, брат, надо будет сейчас еще вот, вот ведерко помыть. В очередной раз, вот сколько уже мою. Все время туда сыпется вся, то свекла, то морковь, то картошка. И вот то тоже ведро можно помыть, это оцинкованное. А есть, знаешь, еще что, брат, пластик, пластмассовое ведро зеленое, тоже чистое, стоит в этом, около стульчика там. Там тоже можно принести, помыть его, оно. И как раз мы туда будем это, шинковать, нам хватит, я думаю. Ну все, мы помолились. Благословен Господь. Да их там прям целых куча. А, прям да? На выходе, да. Там их прям 4 штуки одно в другом. А там черное, почему нет? Нет, там зеленое еще есть. Зеленое. Там прямо одно в другом. Нет, черного это нет. Там не пойдет. Нам как раз до вечера хватит. Уже время сейчас 1:30 доходим, 25. Не, ну а как еще такую кучу это? Конечно. Конечно будем. Вот у него какая кошечка тут пушистенькая. Санта зовут, да? Сантуша. Санта. Санта Лючия. Полное название. Ой-ой-ой, ничего себе. Ой-ой-ой. Кошенька. Это священная бирма порода. Вот очко, кошечка. Сейчас надо будет руки помыть еще. Ну да, бирми их почитают сильно. Шестик. Карамелька, карамелька хвостиком машет. Хочет играться еще с дядей. Вот на дядя еще. Эх, что-то слабо. Да? Ну ладно. Слава Богу, все. Аллилуйя. Ага. Продолжение засолки 21-го. Октября 2019 года. У меня здесь дома обои тут. Такие. Сейчас мы Володю снимем. Вот Володя мнет капусту. Капусточку, морковочку. Вот как все происходит. Все труды. Все труды. Вот ванна. Такая чистенькая, специальная.
для таких трудов. Глядите, какая получается капуста настоящая. Морковочки не пожалели. Ну, все по рецепту. Рецепт. Простой рецепт. На 2 килограмма капусты 400 грамм морковки. И 2 столовые ложки соли. Все, все в простоте. И перемешиваешь. Потом, что хотите, то добавляйте туда. Вон сок уже пошел. То, что надо. А тут воду какую-то добавляют, какие-то лавровые листы. Ну, это не для нас. Лавровые листы. Попроще у нас все. Видите, вот заготовки. О, красота какая. Морковка. Много морковки вся уйдет. Капуста. Еще стоит одна ванна. Это весы. Завешивали на них. А как вы думали? Все по технологии, чтобы не пересолить. А то пересоленное. Оно всегда на хребте. Вон собачка лежит. Собачка лежит. Хочет с дядей Володей поиграться. Дядя Володя занят. Все, что-то там. Мячик. Да. О, мячик. Вот, давай вперед. О, сразу поиграла. Сейчас прибежит опять с мячем ко мне. Ну, вот сейчас прибежит. Глядите. Вот она тут, как здесь. Вот. Еще, видите, полезное с приятным. И собаке удовольствие. Когда они до рая дойдут? Кто его знает? Вообще никогда не дойдут. А мы чем-то им обязаны, потому что написано, вся тварь до ныне стенает и мучается. Ну и там дальше. И ждет избавление сынов Божьих, то есть нас с вами. Избавление. Здесь Володя довольный тоже, ему тоже нравится. Да. Ну что, ему всего лишь 20 лет еще. Сколько? 20 тебе дал. Ну а что ты такой есть? 40. Молодой, активный. 40. 40 лет, да, брату. Ну вот растем, как говорится, уже давно знакомы. Мы с тобой знакомы с 2006-2005 года где-то. Знакомый. Нет, 2006. Пятый, потому что мы о тебе услышали не позже пятого. Там Олег еще был. Ну да. Андрей, Володя, Олег. И потом сказали еще один Володя. Вот этот Олег больше надежды подавал, чем ты. Ну, как говорили братья, что вроде какой-то ты там такой, не такой немножко. Полную это... А потом... Это вообще не осталось 2007-го жить. Да, ну это... В 2007-м, когда ты начал работать в бригаде уже, ты уже крещение принял в 2007 году? Да, да. Ну. Оп. В 2006 году ты к нам приехал, где-то по осени. В 2006 ну, да, году. Да, первый раз, да. И зиму провел, и потом крестился. Нет, нет. Не так было? Нет. А как? Я сперва крещение принял, а потом уже здесь поселился. Я начал с Игнатьевым начал жить уже после крещения, когда он мне предложил, что хочешь, говорит, в деревне это жить? Я говорю, конечно, хочу жить. А когда собрание это провели, что у меня ничего нету, ни семьи, ничего вроде одному-то, что, как я тут буду? Ну, иначе... А какой это был? Ты на крещение когда приехал? 2006... Ты на крещение просто приехал? В 2007 году? Да, да, да. А в 2006 году ты не приезжал? Андрей приезжал? Я приезжал, но только я приезжал на 2 недели. Понятно, все, я понял. Все. Да, да. Вот это вот меня сбило, ясно. Попал. В чехлашку попал, да? Вон чехлашка еще лежит. Вон она. Вон глазенки. Меня-то что? Я не хочу играться с вами. Да. Ладно, а это хоть сколько? Вон, гляди. Сколько раз ты уже пнул, пока мы говорили? 15? Да. Она только разыгралась еще. Глазищи горят. Все, другого ничего нету. Так, ну вот так вот происходит засолка. Ну, в принципе, ничего нового нету, наверное, для никого. Вот мы думали, что сюда войдет 2 ведра. Вот 2 ведра зашло, как здравствуйте. В каждом ведре по 2 килограмма. И видно, что, наверное, у нас почти вся морковка сюда войдет, я так понимаю. Потому что дядя Володя жмет как следует. Он как играет, так и жмет. Да, Карамуля? Вон она бегает, красавица. Так, ну что ты, все? Ну меня что снимать? Меня ты уже снял? Да. Так, я... А, порезать же ты хотел, чтобы я порезал. Давай. Ну вот как режется капуста. Как капуста режется. Тут немножко осталось уже. 20 килограмм изрезали. Вернее, чуть поменьше. И вот, вот так она берется. Вот. Капуста смотрится, вот, чтобы ну, в рот пошла. Ну вот такая пойдет. И тоненько-тоненько шинкуется. Вот этот тесачок такой хороший. Он дорого стоит. Вообще, специально мы покупали для...
дел событий. И вот так. Потоньше. Потоньше. Кто-то скажет, конечно, это уже вчерашний день, надо там было применить комбайн. Комбайн вот стоит, видите, сломанный. Поэтому, а руки не сломаны, слава тебе, Господи. Поэтому вот руками, ручонками пока что все это делаем. А когда что, комбайн что ли? Вот? Это комбайн и есть. Я думаю, весы, я думаю, что это. Весы-то есть, они на комбайне на этом. Ну, чтобы на эту банку завешивать. Ну, понял. Я-то сперва понял, не понял сперва. Я думаю, почему такие весы слабые до 3 килограмм? Ну, в банку 3 килограмма входит обычно. Ну, больше не входит. Ну, туда. Понял, я. Поэтому до 3 килограмм надо взвешивать. А так бы сейчас была бы эта банка, она большая, такая здоровая. Сейчас бы порезали, похвостали давно. Да. Ну, как-то руками, знаешь, оно как-то... Ну, способствует все-таки. Руками, значит, руками. Так, получается, во сколько мы начали-то, приехали? Мы начали в половину 12-го. Половину 12-го. Сейчас уже без 10:05 доходит. Вот столько времени. Ну, мы еще пообедали. Ну, да, мы еще пообедали, еще приготовили себе обед. Неплохой. Тем более, мы еще тут размышляли, рассуждали, вспоминали. Не, ну, работая. Работая, конечно, да? Но все не просто так, да. Если бы это все рассуждения записать еще, вообще бы интересно было смотреть. Ну, есть, некому это, было. Ну, некому, да. А мы и работали. Можно было поставить камеру. Так, ну вот и все. Ну, да. Ну, а ты можешь продолжать мять следующую порцию. Все, у нас есть для этого. Ну, да, сейчас в ведро складываю. Вот. Сейчас. Ну, ладно. Слава Богу за все. Ну вот, мы сегодня с братом закончили наш процесс засолки капустой. Вот 5 часов занимались. 5 часов, да, занимались. Поставили гантельку у него тут. Сколько на весом-то? Десятка. Десятка, да? Ну и тут вода, я не знаю, поскольку тут литров будет. По 7. По 7, да? Угу. Ну и того где-то 24. Вот деревяшку литра положили. Другие его не нашли, чтобы полностью перекрыть. Ну хотя бы вот так вот. Все равно будет давление большое. А перемешивать надо все равно. Угу. В день хотя бы раз. Ну, сегодня еще не буду мешать, а завтра с утра уже будет перемешано. Угу. Проткнуто и перемешано. Ну, вот кстати, сейчас... даже говорят, что и мешать, может, не надо. Ну, тут уже... Ну, это если в бочке очень хорошо, когда там все вместе. Ну да, компактно. Да. И сверху взял круглую и задавил, она вся... Ну, мы обычно камнем еще, крышку сверху камнем. Ну, это, ну, не знаю, как-то насчет перемешки нет, а насчет проткновения. Ну, тут можно перемешать, попробовать. 25 минут 6 доходит. Ну, да. Так вот с Божьей помощью закончили. Главное это, тут есть место, где всякие эти, много всяких емкостей, да, приспособления все. Соль он, полпачки всего. Ну, соль хорошая вот эта, да. Соль хорошая, но соли много и не надо. Закалочка. Соли много, хотя, конечно, засолка идет, капуста, все. У нас вот ушло, считай, на 20 литров, да, получается? Да, 20 вот ушло половина пачки, килограмм. Половина пачки ушло. Совсем 20 килограмм капусты и 21 килограмм капусты и 4 килограмма морковки. Хорошая соль, мне тоже она нравится. Она такая крупненькая. Ну, с ней хорошо мешать как раз. Когда мешаешь, да, 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 то она начинает вминаться туда и начинает, сок дает моментально. Сок, моментально, да. Ну, считай, сколько ты, ну, минут 50 ты помял. Угу. И вмял сюда, получается, 21 килограмм. А мы... Когда распределяли, у нас все было занято, вся посуда, да, была, да, какая, да, можно. Думали, куда же у нас войдет, а еще можно. Еще. У нас там еще резерв есть, можно еще будет. Завтра, если будет у тебя время, можно будет еще минануть. Заодно, может быть, съездить и этот купить полистирола еще. Как раз. А, этот? Да. Понял, как он утеплитель-то. Ну да, а то у нас сегодня времени уже нету на полиполистирол. Все. Ну да, завтра надо сейчас Людмилу Степану позвоню, что завтра не приду. Ну вот, лежат. Завтра, кстати, еще не очень тепло будет. Ну да, и там со среды начинается. Да, так что, ну, все. Возможно, все и нормально. Все, слава Богу за все. Ну а это можно в отдельное ведро просто засолить. Я думаю, ведро хватит. Слава тебе, Господи, наш слава.